получили основу. Эти две части у меня загибаются на ладонь. Сюда добавляются по одному уголку. Между узором и полосками вшивается палец. То есть вот эту часть мы будем вшивать в последнюю очередь. Значит, здесь будем делать соединение и с бахромой. Что мы сейчас можем шить? Если мы сошьем кольцо, нам неудобно будет пришивать бахрому. Поэтому мы можем сейчас пришить эти две детали, но к тем частям, которые можно. Например, вот эти две можно соединить. Давайте вот эти две соединим, чтобы уже не потерялся. И проверяю, что вот таким вот образом у меня все загибается и собирается рукавичка. Да, то есть мы соединяем раз, два. И следующим этапом будем уже сшивать вот эти вот соединения, вот эти и уголок. Значит, сшиваю вот эти две части и будем с вами выполнять бахрому. Сложили то, что у нас получается. Еще раз сложили, убедились, что все в порядке. Детали. Макушка, нижняя часть. Загибается одна боковая, вторая боковая. Все, рукавичка сложена как надо. И определяемся, по какой части у нас будет идти бахрома. Так. Раз, два, три, четыре. То есть вот раз, два, три, четыре. Да. Раз, два, три, четыре. Четыре части, четыре стороны, по которым мы будем подшивать бахрому. Сначала мы ее провяжем, потом соединим с полотном. И поскольку здесь у нас будет точка соединения бахромы, мы ее будем сшивать. Здесь же мы будем выполнять и большой палец, потому что так удобно. Вяжем бахрому, ориентируясь на количество петель. 15, 15, 15, 15. 60 петель набираем. Провязываем пару рядочков и начинаем выполнять бахрому. 60 петель, еще раз, потому что мы ориентируемся на количество игл, участвующих в узоре. Мы будем их соединять потом вместе с бахромой по готовому полотну. 60 игл я набрала, 60 петель набросила нить, провязала один ряд катушкой и сейчас делаю набор основной пряжи, основным цветом белая бахрома на способом обвива. Ставлю петли, ставлю нити водитель, провязываю несколько рядочков. Основную тяжесть и от грузиков принимают на себя брусовые нити. Вот провязали 4 ряда. Если мы начнем провязывать, создавать бахрому прямо с первого ряда, у нас не будет тела. Но с другой стороны, у нас настолько изгиб сильный, что длинное полотно вязать не стоит. Оно может перекоситься. Поэтому 4 ряда это максимум. И начинаем выполнять бахрому. Ставлю все иглы в переднее положение. Беру мерку. У меня мерка вот такая длинная линейка. У вас может быть карандаш, может быть какая-то палочка, не знаю, что-нибудь. Но лучше всего, конечно, линейка, потому что она гладкая и ее легко будет
вытаскиваем. Так, отматываем нить, чтобы она не натягивалась. И сейчас мы с вами начнем выполнять петлю. Крючок. Лучше крючок подлиннее. У меня он не самый длинный. Хорошие крючки идут в комплекте к машинам Нева Северянка, но в данный момент у меня этого крючка нет. Поэтому будем пользоваться тем, что есть. Видите, ну, с трудом. Но я надеюсь, что мы справимся. Итак, первая петля. Обвили линейку. Давайте мы ее прикрепим к машинке, потому что она мне очень длинная, и мне с ней тяжело. Ставлю несколько игл подальше от нашего полотна. Просто привязываю. Тогда мне не придется держать линейку. Обвели. И теперь зацепляю нить. Вот она, рабочая нить. Делаю первую петлю. Все, теперь опускаю. Видите, я сделала петельку, подтянула линейку. И теперь петлей обхожу иглу, опускаю петлеловитель вниз, зацепляю рабочую нить. Со второй стороны обхожу вторую иглу. Обхожу вторую иглу, зацепляю рабочую нить. Обхожу третью иглу, с другой стороны зацепляю рабочую нить. И таким образом, каждый раз обходя иглы, с вами завязываем узелки. У нас на сайте данный образец по вязанию бахромы представлен под номером, если не ошибаюсь, 70. Вы можете зайти и посмотреть, как это выполняется на машинке с ручной прокладкой. Видите, все достаточно быстро. Главное закрепить линейку, потому что держать ее рукой при этом очень неудобно. А так она держится у нас на иглах в привязанном состоянии. Мы ее потом вытащим. При необходимости привяжем заново. Видите, даже короткого петлеуловителя мне хватает. За счет того, что мы каждый раз завязываем узелок, бахрома держится достаточно четко, не разваливается. Учитывая, что рукавички все-таки могут испытывать натяжение и какое-то напряжение в этом месте, это все-таки руки, когда мы все берем руками и можем задевать за какие-то предметы. Нам бахрома нужна очень хорошо держащая форму. Это как раз тот вариант, который нужен для рукавичек. Каждый раз обвиваем линейку с разной стороны. Надели петлю. Так, убираю узелок. Здесь вот было привязано. Линейка пока остается.
смотрю, как у меня будет проезжать машина. Если машина не проезжает, ей никак, потому что круглые пластиковые колеса не попадают между колками. Провяжем первый ряд ручками. Что мы делаем? Опустили язычки на иголки. Опустили иглы в среднее рабочее положение до такого уровня, чтобы язычки легли на петлю. Укладываем рабочую нить на открытые иглы. Вот так вот. И провязываем вручную каждую петлю. На машине с ручной прокладкой это делать проще, там не надо ничего провязывать, потому что каретка проезжает свободно, ни за что не цепляется. Здесь, видите, такой нюанс. Первый ряд мы провязываем руками. Ну, видите, что это достаточно быстро делается. Освобождаем петли. Если и сейчас машина не проедет, значит мы снимаем линейку. То есть в машине главное было провязать руками первый ряд. Раз, два. Как я уже говорила, много мы провязывать не будем рядов, потому что иначе мне будет тяжело уложить большое количество полотна на такую волну, как у нас. Поэтому спокойненько вынимаю линейку. Первый ряд бахромы у нас готов. И дальше выполняем то же самое. Убираю ус, убираю нить из нитеводителя. Освобождаю полотно. Достаю пару иголок, надеваю на них линейку. И начинаю выполнять второй ряд бахромы. Естественно, поставлю иглу вперед. Обвили первый раз линейку, создали петлю и начинаем формировать бахрому дальше. Обвиваю каждый раз иглу и продеваю петлю через образованную петлю через петельку на петлю ловителя. Все очень просто. Единственное, что не стоит близко подходить к
игольницей, потому что там у нас уже петли уже сформированы, их можно зацепить. Таким образом провязываю несколько рядов бахромы. Много, еще раз говорю, не буду, а немножко, вполне себе можно ряда. Ну, три ряда провяжу и посмотрю, сколько это получается. Скорее всего, больше не буду, потому что, еще раз говорю, будет тяжело уложить широкое полотно на изгиб рукавицы. Провязали бахрому. И надеваем полотно. Раз, два, три, четыре. Вот так, видите? Надевать надо по очереди. Сначала 15, 15, 15, 15. Иначе нам будет не согнуть полотно. Главное не ошибиться с самого начала. Выделяю 15 игл. Раз, два, три, четыре, пять. Так, 10. Раз, два, три, четыре, пять. Вот на эти иглы надеваем первую часть. Лицом к лицу. Даже не надо ничего придумывать, потому что бахрома у нас вяжется по изнанке. Изнаночная сторона повернута наверх. Вот у меня была метка, показывающая, с какой стороны, с какой части мы бахрому надеваем. Игл. Здесь же есть нить, который, ну, у меня нить надела с этой стороны, значит, с этой стороны. В принципе, не так важно. Все равно со всех сторон я так сейчас хвостики. Можно было надевать с другой стороны, начала с этой. Так, линейку вынимаю. Она больше не нужна. Грузики снимаю. Более того, сейчас сниму и линейку, оттяжку. И закрываю косичкой, то есть соединение все тоже косичкой внутренней. Так, вытягиваю петлю побольше, снимаю гребенку, потому что она будет мешать, снимаю первую часть полотна. Вот она. Надеваю вторую часть полотна. Тоже 15 игл. 5 и 15. Вот они. Вот на эту сторону. Уже боком. По-другому здесь очень сложно. Закрываю язычки, опускаю 15 игл, беру петлю, вытягивала я ее, чтобы не потерять, потому что если она перетянется, я ее потеряю. Так она у меня осталась.
следующие 15 игл. Не останется соединить макушку, соединить все, что мы не соединили, и провязать большой палец. Так, вытянули петлю. Видите, вот. Ну, бросовую мы, конечно, снимем, и получается уже загибается наш полотно. Вот. Следующие 15 игл. И так далее. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот эту часть мы надеваем в последний лучок. Все очень просто. Так, петля. Загибаем бросовую. Убираем все хвосты. Здесь все стянется. Будет очень хорошо. Уголки. Петля, затянули, и следующие 15 игл, и так далее. Такое соединение поочередное дает возможность обходить любую кривизну. Самое главное — выверить общее количество петель. Если у вас какое-то другое количество петель, ставьте метки, четко рассчитывайте количество полотна, которое вы соединяете, и поставив метки на машинке, вы уже не ошибетесь, где какую часть вы соедините. Ну вот и последняя деталь, тут уже и вариантов нет, она прекрасно укладывается на свое место, петля. Мы выходим в нужную точку, вот она. Остальное соединится само собой. Раз, два. Распределяем. Равномерно. Получаем соединение бахромы. Край пока не зашиваем. Зашивать край будем попозже. Сейчас, да. Соединяем, смотрим, что у нас получилось. Можем убрать бросовую с бахромы, потому что она сильно мешает. И будем уже с вами измерять большой палец. Соединили, убираем все лишние детали, бахрому, то есть бросовую с бахромой и бросовую с полотен. Смотрим, что получается. Бахрома. Складываю рукавицу, как она должна лежать. И сейчас моя задача — замерить отверстие для большого пальца. Руку продеваем, вот так все это ложится, давайте зажмем,
Большой палец будет занимать половину квадратика. Вот он. Он отлично сюда вписывается. Видите, ничего не перекашивается. Пойдет он как раз на середину. Ну, наверное, 2/3 он квадрата занимает. Видите? Поэтому рассчитываем на то, что у меня 2/3 квадрата. 2/3 это 15. Давайте 17. 17 на 2 это 34. Делим на 3, умножим на 2. 22 петли. 22 петли занимают палец. Давайте уточним, так ли это. У меня есть петельная труба. На кулирке два и шесть петли в одном сантиметре. 22 петли делим на 2,6, получается 8,5 сантиметров у меня будет палец. Беру 8,5 сантиметров. И смотрю, достаточно. Мне этого вполне достаточно. И учитывая, что так, 8,5. Все. Смотрю длину пальца. Длина пальца. Мне нужно провязать 5,5-6 сантиметров. Это высота. Высота 5,5 умножить на 3,3, 18, ну давайте 20, 22 петли на 20 рядов. Это палец. Но провязывать я его буду не по прямой. Вот у меня 22 петли и 20 рядов. Я провяжу небольшое частичное увеличение для того, чтобы палец у меня вот здесь вот немножко компенсировать наклон, потому что иначе я вывяжу просто прямую трубу, а мне нужно, чтобы палец наклонно лег. Ну, 1-1,5 сантиметра, то есть 1,5 умножить на 3,3, получается, ну, где-то 5-6 рядов. Дополнение. Этой частичкой мы вывяжем даже без расчета. Вот по просто 22 петли делить на 2 это 11. По одной петле будем вводить, сколько останется. Все. Так, по одной петле будем вводить, если 22 петли. Делим пополам, 11 петель у меня с одной стороны и 11 петель у меня с другой стороны. За 11 петель, за 6 рядов мы должны поставить 11 петель. Ну, сколько остается посередине, мне все равно. За 6 рядов мы поставим 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть 6 петель с одной стороны, 6 с другой. 22 минус 12. Ну, 5, 10 петель остается в середине. Меня устроит вот здесь вот 10 и по 6 увеличения. Вообще можно даже не сильно увлекаться вот этими расчетами. Еще раз. За 6 рядов я могу убрать либо 3 петли, если по одной. Там что 6 рядов, это 3 фазы. То есть первый, второй ряд, третий, четвертый ряд, пятый, шестой. Это фазы. Мы убираем каждый раз, либо добавляем через ряд. Поэтому за один, за первый, второй я убираю 2 петли, 2 петли, 2 петли. За 6 рядов я уберу 6 петель. Все.
либо добавлю 6 петель, я буду добавлять. Поэтому 6 петель с одной стороны, 6 петель другой, все, что остается, у нас идет по прямой. Вот ее и будем вывязывать. Итак, на 22 петли надеваем сейчас наше полотно. Оно вот так вот складывается. Почему я и не зашивала? Мы берем и это полотно надеваем на 22 петли. 22 это 11 петель с одной стороны и 11 с другой. И вот так вот мы надеваем на иголки. То есть вот здесь мы зашьем потом, а на иголки мы надеваем так, чтобы бахрома у нас осталась с разных сторон. И будем прямо из и теперь надеваем полотно на иглы. Бахрому соединяем и вот так вот. 11 петель с одной стороны и 11 с другой. Вот. Широкая часть у нас остается со стороны бахромы, заодно соединяется полотно. И все остальное мы зашьем. Поэтому рукавичку и не зашивали, иначе нам было бы вот это вот не выполнить. То есть мы надеваем, вот соединили бахрому в одну точку. 11 петель, 11 петель. Ну, поскольку здесь петель нет, 10-15, примерно столько же. Вот. Смотрим, сколько будет заниматься 11 петель. И надеваем на иглы. Изнанкой к себе, конечно. Надели. Если с одной стороны ориентировались на петли, то с другой на вот эти вот 17 игл. Натянули и равномерно надела на 11. Получилось так. Один ряд провязываю полностью. Дальше моя задача будет вывязать частичку. То есть мы помним, что 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель у нас с одной стороны остаются. Рычаги частичного вязания включаем. И 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 с другой стороны. И вывязываем частичку, вводя иглы по очереди. Чтобы не отрывать нить. Провязываем общий ряд. И теперь мне осталось 20 рядов. Мы вышли, вот закругление вывязали. Теперь у меня палец примет свое естественное состояние. 20 рядов. Но при этом я буду делать убавки, потому что палец все равно очень широкий. Провязали часть. И убавлю пару раз. Не пару, а через 4 рядочка. Но это, вот, честно говоря, немножко на глаз, потому что через каждые 4 ряда просто убираю по петле. Чтобы заузить палец. И теперь убираю иглы через одну, для того, чтобы у меня была более-менее приличная стяжка. Все иглы, которые стоят в заднем положении, назад, один ряд, отрезаю нить, ей уже и сошью, надеваю на кромысло, либо на толстую иглу, либо на петлю ловитель, неважно. Снимаю петли. Палец готов. Остается только растянуть и зашить боковой шов. И зашить оставшиеся квадратики.
тут палец. Все на месте. Палец принимает свою естественную форму. Зашиваем палец, зашиваем все квадратики, которые у нас остаются, убираем нитки, которые у нас в большом количестве внутри находятся, и наша рукавичка готова. Все, мы сделали основную работу. В серединку можно пуговку вставить, можно еще как-то оформить, потому что здесь явно что-то не хватает. Можно вставить действительно красную пуговку, обтянуть квадратиком, провязать квадратное полотно, обтянуть пуговку и подшить на серединку, будет очень красиво. Зашили. Получилась вот такая вот совершенно интересная, необычная конструкция. Но, на мой взгляд, не хватает пуговки по тыльной стороне. Взяла маленькую пуговичку, обтянула ее небольшим количеством полотна и подшиваем ее в уголок. Получается, мне кажется, интереснее. Вы смотрите, хотите вы отделку или вас устраивает вариант вот такой вот попроще. Мне не нравится, что они сходятся в точку с белым полотном. Мне кажется, надо немножко оживить вот именно уголок. Ладошку мы, конечно, оживлять не будем, она достаточно, а вот тыльную сторону можно. Пришиваем пуговку, и наша рукавичка из квадратиков готова.